С нового года возобновились выездные приемы граждан в сельских поселениях Кашхабского района. Напомним, что приемы проводит глава района Заур Хамирзов и его заместители. Вчера мы побывали в Дмитриевское сельское поселение, где был проведен очередной прием граждан заместителем главы района по вопросам ЖКХ и строительству Сафарбием Кемичевым. К заместителю записались в этот день 7 заявителей. С каждым из обратившихся Сафарбий Ахмедович вел обстоятельный разговор, тщательно вникал в суть вопроса и совместно с гражданами намечал пути решения возникших проблем. Все пришедшие получили максимально исчерпывающие и компетентные рекомендации.